Сколько стоит билет на Марс и как в Северной Корее будут праздновать день рождения вечного лидера Ким Ир Сена? Обо всем этом прямо сейчас. 19-летний Николас Круз, открывший стрельбу в школе американского города Паркленд, хочет пожертвовать свое имущество семьям погибших и выжившим после трагедии. 14 февраля он расстрелял 17 человек. По данным СМИ, парень вместе с братом полгода назад получили наследство от приемной матери – $800 000. Турполеты в космос планирует организовать компания SpaceX. Корабль Big Falcon Rocket сможет одновременно перевозить до 100 человек и доставить пассажиров на Марс или в любую точку земного шара. Стоимость такого путешествия в космос соизмерима с ценой билета на трансатлантические рейсы эконом и бизнес-класса. НАСА предлагает виртуальные экскурсии по космосу. Агентство опубликовало тур по Луне, используя съемку станции. На видео можно увидеть кратеры, полюсы спутника Земли, а также место посадки миссии «Аполлон-17». Кроме этого, НАСА опубликовала 3D-анимацию северного полюса Юпитера с циклонами, диаметр которых более 4 500 километров. За гран-при Каннского фестиваля будут бороться 18 фильмов. Среди них кинокартина польского режиссера, получившего «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке «Холодная война». И лента американца Спайка Ли, который не участвовал в Каннском фестивале 20 лет. В основной программе есть картина и китайского режиссера. Фестиваль стартует 8 мая. Северная Корея отмечает день рождения Ким Ир Сена. Его официальный титул – вечный президент. Хотя основатель КНДР умер почти четверть века назад. 106-ю годовщину рождения лидера празднуют неделю. На концерты приехали артисты из России, Беларуси и даже из Франции, Испании и Португалии. 10 000 предметов интерьера пустит с молотка парижский фешенебельный отель «Риц». 2 года назад дизайн здания, которое уже более века принимает гостей, полностью изменили, а оставшуюся мебель 20 века решили продать. Среди лотов кровати 30-х годов, первая в отеле ванная и мебель из номера, в котором когда-то останавливалась Коко Шанель. Британский репортер упал в бассейн во время прямого включения. В австралийском городе Голд Кост он брал интервью у пловцов, но вдруг подскользнулся и свалился в воду. Впрочем, журналист не растерялся и пошутил, мол, потерял концентрацию из-за ярких медалей спортсменов и посоветовал зрителям быть внимательными в бассейне.